12,5 кубометров дров и 4 тонны угля, переводя в денежный эквивалент 30 тысяч рублей. Столько семья Беляевых из села Мордовский, Белый Ключ Вишкаемского района каждую зиму тратит, чтобы отопить дом и натопить баню. Кроме того, всегда на контроле нужно держать наполняемость газового баллона. Зимой, во-первых, газ иногда замерзает, когда сильные холода, газ замерзает, неудобство. Приходится электроплиткой пользоваться. И отопление, естественно, углем мы вот топимся, уголь закупаем. Очень дорогой, 4 тонны у меня уходит угля. И вот дрова обкруговывают, у нас все сараи переполнены. Но теперь это все почти в прошлом. В селе проводят газ. В 2020 году голубое топливо появится в каждом доме населенного пункта. Сейчас в Мордовском Белом Ключе проживает 200 человек. Ну, я надеюсь, что молодежь, которая в свое время из-за того, что хозяйство перестало существовать, вернется в наше село, потому что условия жизни будут намного лучше, чем вот сейчас мы с дровами, с печками, а, как вы понимаете сами, газовое отопление – это очень большой плюс. Строительство внутрипоселкового газопровода началось в конце весны. Из 14 километров коммуникации осталось проложить чуть больше 7. Сейчас бригада копает траншеи под газопровод на улице Молодежная. В 70 домохозяйствах уже произведен внутренний газ. Осталось произвести по улицам, довести до конца улицу Верхняя, Школьная, Совхозная. И все. Установка ГРПШ и надземных установок, то есть отключающих устройств, задвижек. По плану все работы должны завершиться до 1 октября следующего года. Всего на газификацию сел Ульяновской области с региональной казны в 2019-м выделено почти 157 миллионов рублей. Рената Лиулова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ из Вишкаемского района.